Танец – это музыка живая. И недаром люди говорят, танец – это воплощение рая. Танцы – мир с гармонией царят. Мы нужны друг другу. Так называется танец хореографического дуэта «Вдохновение», лауреата третьей степени международного фестиваля «Эксклюзив Данс», дипломанты третьего, четвертого общероссийского интеграционного фестиваля творчества и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья «Парафест 2013-2014», лауреаты творческого конкурса «Выдающихся достижений в области культуры и искусства творчества без границ 2014». Под звуки вальса Евгения Тоги из кинофильма «Мой ласковый нежный зверь» перед вами выступят воспитатель Ольга Витальевна Макогоненко и ее подопечный Александр Калинкин. Thank you.